Всем привет! У нас работа кипит. It was like 3 seconds. Just drink my bro. Уже 4 часа работаем над роботом. Думали, мы его закончим за пару часов, а мы уже работаем 4 часа. Все, мы вышли из дома, наконец-то. Ура, 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 ура. Я так довольна, вы знали. Мы просто целый день сегодня сидели, во-первых, мы до часу дня, даже до двух, ждали Клаудию, пока она доберется с Барселоны к нам сюда, потому что мы все встречались здесь. Она пока приехала, пока мы там расчехлились, что нам делать. В общем, мы начали где-то в часа 3, из 3 вот до 6, и никакого прогресса. Вот это самое ужасное. Мы все делали-делали и ничего не сделали, по сути. Мы в Барселоне. Вообще, мы сюда приехали, чтобы купить мне курточку. По крайней мере, найти ее. Не знаю, как купить. Потом мы идем в Элькорт Инглес. В Марбелле мы курточку не нашли. Конечно, потому что там сейчас плюс 19, например. Сейчас в Барселоне плюс 10, а в Марбелле плюс 19. Поэтому у них нет курточек. Но в Барселоне тоже, на самом деле, маленькая вероятность ее найти. Но мы хотя бы попробуем. Катя же нашла себе. Да, сколько ты искала ее? 2 недели. 2 недели курточку искала. Ты бы в Киеве ее нашла за 1 день. Да. Представляете, здесь уже нет совсем новогодних украшений, все сняли. Так непривычно это видеть, вообще-то у нас всегда там 20 января все снимают, а здесь все. Новый год закончился, извините, можете расходиться по домам. Приехали покупать курточку мне, выбирает ее Катя. И такие скидки, я вам говорю, скидки 30-40% сейчас. Вон есть 30, а вон есть 40. Курточки не все одинаковые вообще, и темные. А, вот у меня была та же самая проблема. Я хотела белую и не могла ее найти. То ли очередь, то ли я не знаю, что. Сейчас мы пойдем в другой Элькорт Инглес, он совсем рядом здесь находится, но там более спортивные вещи и молодежные. Здесь не очень хороший выбор, ну, тут хороший выбор, но не для Димы. Он такие курточки не любит. Дорого, правда? Очень дорогой отдел, но очень классно здесь. Здесь прикольный выбор есть, но ценный вообще, 200 евро. 200 евро за курточку. Это дорого.
просто летаем по магазинам, потому что через полчаса здесь все закрывается. Экспресс-шоппинг. Да, экспресс-шоппинг, потому что в 9 часов все закрывается, сейчас 9:30. Нам нужно велики. Мы сейчас виноваты наши одногруппнички, которые сидели и дуплили в том роботе долго. Да, мы им сразу сказали, что мы не сделаем его сегодня. Нам нужно спросить у профессора, как это нужно организовать. И в итоге они еще сидели 2 часа после нас и вернулись к тому, что мы сделали. Да. В общем, ничего мы сегодня не найдем, наверное. Не потому что нет, а потому что у нас нет времени, мы поздно приехали. Через 5 часа уже все закрывается. У нас еще осталось чуть-чуть надежды, и мы еще раз зайдем в крутой лес, посмотрим. Какая-то, ну, не знаю, она никакая. Какая-то большая, какая-то квадратная. Она какая-то никакая. И стоит она 200 евро. Бежим дальше. Она все равно у меня большая, я могу ее закрыть. Она вроде S-ка, она большая, уже вторая. Или просто их фишка их в этом, я не знаю. Твой мишка. Это то, что я купила. Я хотела такую кофточку Мэгги. Потрогай Мэгги. Это хорошо. Был. И вот здесь, потрогай здесь. Она классная. Я ее купила по скидке. Там еще хорошие скидки на пижаму. А после нашего шопинга садимся за уроки. Я вот печатала формулы, печатала. Потом нашла в Word такую крутую штуку. Вот кто печатает формулы, вам очень пригодится то, что я сейчас покажу вам. Вот сюда мне нужно вставить формулу. Так, я нажимаю вставка, символы уравнения, рукописное уравнение. Итак, начинаем вводить. Удобно же, круто. Все, пользуйтесь. Мы будем делать нашу домашку. Всем хорошего дня. Желаю вам, чтобы вам не пришлось сегодня писать формулы, вот так, как я это делаю, потому что это нудно и долго. Всем пока, до завтра.